Ну-ка, узнай свой IQ, проверь себя. Читайте до 10. Да, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, читаю, пишу, да. Завязывайте шнурки, ну да. Собираю пазл, да. Ну да, пользуюсь компьютером, да. Ну да, да. Различаю, да. Жарю яйца иногда, да, умею. Умею, да, считать в уме, да. Блять. И что, и все, что ли, получается? Дальше я уже не могу, да? Потому что я намного лучше. Я... Зачем мне водить машину, когда у меня есть личный водитель, собственно говоря? Меня возят. Алло. Алло, бля. Знаете все 6 континентов? 6? Да? Да в смысле, блять, играть в шахматы? Не, ну я вроде как бы пробовал что-то. Да вроде умею. Играю в карты, ну, тоже умею. Смотря во что. И решать уравнение, бля. Ооо, вы что, ебанулись что ли? Какие пифагоры, ёб твою мать. Ооо, ой, все, все, в пизду. Ооо, все, бля. Ой, все, ой, блядь. Ооо. Какой квест? Какой гардероб, нахуй, причем вообще А, строить гардероб 110 IQ, да? Строить гардероб. Я в ахуе, если честно. А, мне одного IQ не хватило, чтобы иметь чувство юмора, блять. А я-то думаю, чё за хуйня? Понимаете, законы Ньютона. Ну это нахуй вообще такое? Ну да, да, я. Конечно, я умею чинить машину, да. Каждый день это делаю. Хожу в школу, да. Какой-то плющ, блять, кто это? Успешно инвестируйте. Каждый день. Инвестирую в алкоголь. Основывайте бизнес. Да, блять. Изучайте лечебное дело. Да, блять. Имейте развитую интуицию. Вот, кстати, да. Проектируйте здание. Ну, конечно, блять. Чё? А чё IQ упал? О, ох, что, нихуя себе. То есть, подожди, здание спроектировал, потом резко отупел. И полетел на самолете. Чего? Являетесь программистом. Говорите на трех языках. Выигрываете в что, где, когда. Ну да. Я в Майнкрафте-то выиграть не могу. Получаете звезду Мишлен. Умеете концентрироваться. А работаете в Анасе. И сейчас где-то там, знаете, IQ там 220. Стримите на Твиче. Выиграли Нобелевскую премию. Рано начали разговаривать. Не, ну это уж совсем пиздец. Тут уж извините, конечно, но тут уже как бы и в чате таких людей нет. А, вот это я, кстати, умею. Быстро читать. Особенно, когда подписки перечисляю, кто подписался и так далее. Да, это я. Делайте видео для... Что? Не. Дерево. Я думал, букмекерская премия какая-то. Можете взломать ФБР. Не, нахуй. Фотографическая память. А это как? Подожди. Ну я могу и чё? Ну у меня фотографическая память. Реально, да.